Главный редактор «Правды Казахстана» Шарип Куракбай воюет с управлением внутренней политики горадминистрации Алматы. По его словам, чиновники придрались к юридической формальности. Составили протокол о том, что газета выходит по свидетельству о регистрации СМИ, которая выдана почти 7 лет назад. Господин Куракбай говорит, что нового свидетельства в глаза не видел. По закону, если СМИ получает новое разрешение, старое изымают. Сейчас здесь что придумать, я не знаю. Сами будете свидетелем. Если это опять что-нибудь придумаете и тоже как трибуну закроют на это, это чисто политический заказ будет. И перед какой-то компанией, наверное, вот я. Все там и в Астане я был, говорят, там тоже к выборам готовятся. Эти размышления о политике прервал суд. Заседание получилось эмоциональным. Редактор заявил, что обвинение высосано из пальца. Накануне он был в Министерстве информации и просил выдать новое свидетельство. Через 10 дней документ обещали прислать. На этом спор следует считать исчерпанным, рассудил ответчик. Обвинение не было настроено ждать. Значит, административное взыскание в виде приостановления выпуска, выхода в эфир средств массовой информации на срок 3 месяца. Эта реплика обвинителя возмутила ответчика, и судья даже прервал процесс. Что это значит? Выйдите, пожалуйста. Закон существует для вас, так, для прокурора? Выйдите. Освободите зал. После чего будет продолжение. После того, как возмутитель спокойствия покинул зал, судья вернулся и быстро озвучил решение. Признать вином совершения административного правонарушения собственника газеты «Правда Казахстана» приостановить деятельность сроком на 3 месяца. В конце концов, возмущенный редактор отпустил в адрес судьи цензурное выражение. Суканов яйца бросил. Я бы в тебя эту бутылку бросил, но совесть не позволяет. После чего господин Куракбай заявил, что сам процесс считает расправой над газетой и уже совсем по-лермонтовски пригрозил казахстанским властям иным судом, высшим.